Пеленгас, запеченный в духовке со сметаной, считается особенно вкусным. Рыба просто тает во рту, а сметана добавляет еще больше нежности вкусу. Для приготовления этого блюда нам понадобится лимон, лук, горчица в зернах, обычная горчица, специи, сметана, соль и, конечно же, сам пеленгас. Тушку пеленгаса предварительно почистила и удалила все внутренности. Отрезаю голову и хвост, затем делаю вдоль тушки поперечный надрез с обоих сторон. Готовлю маринад. Беру 50 грамм сметаны, добавляю 15 грамм горчицы обычной и столько же французской в зернах. Перемешиваю и добавляю чайную ложку карри, молотый перец и соль. И опять перемешиваю. Беру подготовленную тушку и тщательно намазываю ее маринадом с обоих сторон. Не забываю и про брюшко. Нарезаю дольками лимон и репчатый лук. Дольки лимона вставляю в поперечные разрезы на тушке рыбы. Кольца лука ложу в брюшко. Даю рыбке промариноваться полчаса. Перекладываю ее на подготовленный противень и отправляю в духовку для запекания. Рыбу запекаю при температуре 180 градусов приблизительно 20 минут. Пеленгас, запеченный в сметане, отличная альтернатива жареной рыбе. Получается очень сочно и вкусно. Хочу заметить, что мне очень нравится сочетание рыбы и лука. Он придает ей очень интересный аромат. Это блюдо отлично подойдет и на каждый день, и на праздничный стол. Попробуйте приготовить. Чтобы не потерять это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны.